Ну что, дорогие друзья, этот момент настал, я наконец-то сегодня завершу с основным аккаунтом, я пройду игру на пути к славе, это последнее деление, 14,5 тысяч кубков, и больше на данный момент здесь в графе нету никаких наград, никаких делений кубков и прочее. Ну, естественно, на этом игра не заканчивается, естественно, продолжу дальше апать всех персонажей, я хочу... хотя бы одного-двух персов вывести на 1000 кубков, у меня такая цель. Но остальных на 700 плюс, думаю, на изи подниму. Ну и не знаю, сколько у меня всего будет, 16-17 тысяч кубков, 18. Короче, я буду продолжать апать основу и точка. Но, помимо основы, я планирую создать новый проект, который уже давно запланировал, и многие из вас его ждут. Это, ребята, аккаунт без доната. Он, знаете, такой, в качестве поддержки с моих большинства моих зрителей, в том плане, что многие жалуются, что Холдик, ты вот донатишь, а знаешь, как сложно людям, которые не донатят, и не падают легендарки, не падают вообще эпические, мифические бойцы. Кстати, да, мне писал реально зритель один, который говорит, что играет полгода, у него уже 9000 кубков, и внимание, он не выбил еще ни одного эпического, ни одного мифического и ни одного легендарного бойца. Он купил Пайпер одну в магазине, и то он купил ее, он ее не выбил. Бесплатно ему ничего не выпало. И, короче, это меня замотивировало создать аккаунт без доната. Вы меня многие просили. Я хочу посмотреть, сколько мне понадобится времени на прокачку его, на выбивание всех бойцов, сколько я подниму кубков, за какой период времени. Это все будет, конечно, жестко, долго, но вы сами его просили. И сегодня, ребята, мы будем на нем уже играть. Сейчас я апну 12 кубков, 14,5. И мы переносимся на мой новый аккаунт без доната. Ребята, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь, потому что, ну, блин, это реально жесткий проект, он надолго, наверное, параллельно этому проекту будут создаваться, наверное, еще какие-то интересные проекты, но аккаунт без доната официально сегодня будет создан. Ребятки, рекламная пауза и приятного всем просмотра. Погнали! Итак, 12 тысяч кубков, поехали, буду апать, скорее всего, розочкой, но если роза не пойдет, возьму... Бо. Попробую на бо. Ну, короче, посмотрим. На любом персе я сейчас подниму эти 12 кубков последних. И мы заходим на мой новый проект. И начнем. Стартанем сегодня с нуля кубков. Поднимать трофеи, выбивать новых бойцов. Ну и так далее. Значит, давайте кратко о планах. Как вообще это все будет происходить? Значит, смотрите, ну, естественно, я не смогу нон-стопом вот only новый аккаунт и все, и больше ничего не снимать, не стримить. Мы будем стримить, ребята, одновременно и основной аккаунт, и одновременно аккаунт без доната. То есть, если мне там реально вот понравится карта, или, допустим, будет какая-то интересная карта, вот, например, Штольни или Фов, я, естественно, захочу на основе поподнимать кубки. Но мы, может, разделим полстрима на основе, полстрима на аккаунте без доната. Такая вот тема. Видосы. Видосы также будут выходить, чередуя проекты, ну, аккаунты. Один видос на основном аккаунте, один видос на аккаунте без доната. Я буду, ну, опять же, если будет повод записать видос на аккаунте без доната. То есть, ну, допустим, какое-то достижение, новый бравль или еще что-то. Ну, либо если вам нужны ежедневные видосы просто для отчета, сколько я апнул кубков сегодня, завтра и так далее. Вот. Вот приблизительно такие планы у меня на новый проект. То есть я буду чередовать как основу, так и новый аккаунт. Так, слушайте, вот это Шелли, конечно... А я умер, да, я умер, а, уже серьезно, да, серьезно, ты не верил? Минус один? Спасибо, блин, от души. Ладно, не буду, блин, лезть на рожон, погнали. Блин, конечно, жестко будет прокачиваться. Даже, думаю, золота будет не хватать тут. Но буду копить сундуки. Буду копить сундуки, не буду сразу каждый новый сундук открывать, у нас будут отдельные какие-то выпуски по сундукам, там раз, может, в месяц или два раза в месяц. Я буду копить, ну и делать открытие сундуков на новом аккаунте. Мне самому это на самом деле интересно, вот абсолютно ни копейки не донатя, даже на скины, неважно на что. Вот тупо без доната, хотя я не знаю, это, блин... Я не представляю себе этого, как меня будет реально подначивать вот эта, допустим, акция в магазине. И как же мне будет трудно сдержаться, чтобы ее не купить. Оу. Есть. Хорошо. Тихо, тихо, я ведь розочка. Розочка, давайте. Мне надо, ребятки, 13 кубков получается, да, уже? Уже 13, да. Оу, шелька. Оп, и мимо. Спайк, ты, я вижу, короче,
Хочешь отъехать, да? Давай помогу тебе в этом. Оп, мимо. Еще раз. Оп. Ладно. Еще дальше. Оп, мимо. Ты даже попасть не можешь. Что ты за спайк такой? Подходи сюда. Я хочу тебя полностью. Ой, доигрался, родной. О, пойду еще одну баночку соберу. Ну, это топ-1. Это изи топ-1. О, там две даже баночки. Поехали. Заберем еще одну баночку. В кустах хилимся. Та замечательно вообще. Сейчас быстренько отхилимся. У меня 9 банок, у меня ульта. Че мне кто сделает? Никто ничего мне не сделает. Или он до сих пор не вышел? А, он инвиз использовал. Он здесь сидит. Нет, тогда здесь. Нет? А, он вверху. Что, кого первым убить? Шелли или Леона? Кого? Кого? Леон. Опа. Чпонькс. Блин, так быстро ульта закончилась. 11 банок. Блин, если Шелли накопит ульту, она может меня вынести. Are you ready? Steady? Go! Yes, это плюс 10 кубков. Осталось 3 трофея. Ну, давайте для разнообразия возьму Бо. Для разнообразия возьму Бо. Стопэ. Или давайте любого другого перса, какого захочу. Бо у меня 550. Воробушка могу. Леона. Давайте Леона. Могу любого абсолютно. Вообще без разницы. Давайте Леончика. Немножко поднимем тоже. Последняя же, да? Да, последняя. Последняя 3 кубка. Поехали, друзья. Поехали. 14500. Тупо игра пройдена. Так. Ну и начинаем все с нуля. На прокачку мы... Вот прокачиваться несложно с донатом, вот серьезно. На прокачку моего аккаунта ушло... Да ну вообще понты. Что по деньгам, что по времени. Ну то есть по сравнению с Clash Royale, я в рояль влил реально около 300 тысяч рублей. Если не больше. Если со всеми-всеми донатами, я думаю, что цифра будет даже подходить к полумиллиону. То есть я много донатил. Вот Олды, если тут, они подтвердят мои слова. Все акции, все конкурсы, все. Блин, я сколько разыгрывал. Это реально не сравнится с Brawl Stars. Абсолютно. И донат был гораздо крупнее. Ну, там еще, знаете, там была еще поблажка в том, что я покупал дешевые гемы. Еще китайские гемы были. То есть тут такого нету. Да тут они и не нужны. Тут очень легко прокачиваться и без этих гемов. Так, ну шо, мне уже как минимум 4 кубка дадут. Я, походу, сейчас четвертым отъеду. Или не отъеду. Не знаю, убьет меня сейчас Шелли или не убьет. Не, походу, не убьет. Так, проверяем кусты. Блин. Так, мне сейчас надо ульту набить. Она без пассивки, да? А то я не вижу. Ого, 7 банок. Так, у меня есть ульта. У меня есть ульта. Это хорошо. Но я не хочу все равно сейчас проигрывать. Хочу топ-1. Правда, против Шелли это будет сложно. Тем более, если с пассивкой. Но она вроде без пассивки. Что одна, что другая. Так, ну бык это не проблема. Проблема это Шелли. Проблема это Шелли. Есть. Хорошее попадание было последнее. Есть. Давай, давай, давай. Давай. Нет. Да нет, 200 хп. Да что, блин, последний удар. Ну ладно, ну ладно. Все равно, ребят, все равно я апнул последнее деление. Итак. Заходим. И, ну, хоть что-то, хоть что-то. Ничего, хотя бы поздравляем. Так достали вы со... Господи, как меня бесит вот это вот реально. Как же меня бесит, когда вот это перебивают меню своими приглашениями. Сука, разработчики, сделайте это где-то в уголку, вверху. Чтоб это посередине экрана, вот это окно. Поудаляю всех с друзей нахрен. Достали меня, реально. Фух. Вот и все. А что, деление типа продолжается? 14,5 кубков. Ну что, заходим на то, ради чего мы здесь с вами собрались. Сейчас. Выключу окно, чтобы не палить логин и пароль. Настройки, выйти с аккаунта и перезаходим на новый проект. Вот он, родной. То, что вы все ждали. 0 кубков! Холдинг с нуля.
Никнейм у нас сейчас Holding Best, но я думаю сделать какой-то оригинальный ник. Пока что мне понравилась идея Holding Задонь Пыжи. Такой вот ник. Либо Дай Легу. Можете предлагать свои идеи для никнейма, но, блин, все, что было предложено на стриме, вот только два мне понравилось. Holding Задонь Пыжи, либо Дай Легу. Ну, придумайте, может, еще что-то интересное. Короче, давайте знакомиться с аккаунтом. Что у нас тут? Волшебник Барли. Заберем потом, пока что рано. Сразу же в магазине нас встречает сверхредкий боец, которого надо покупать. Поехали в каточку. Нам вот у меня сейчас самое главное — это открыть шедешку. Потому что, ну, мне в 3-3 не... Ой, еще эта вагонетка, блин, нелюбимая моя карта. Трижали, капец. Играйте, мрази. Так. Дун-д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 ун. Санек. Санек не знает, как играть, смотрите. Ай, боже. Так прикольно играть в начале. Вот шедешку открыть и все. И мы там будем с вами, короче, развлекаться по полной. Так. Мне кажется, тут даже можно не играть. Паровозик сам их будет давить всех, смотрите. Это ор. Так. Так, есть. Опа, все, у нас 10, да? А, нет, стоп, не 10. А, нет, не попадешь. Последняя попала, блин. Если они сейчас заберут, это будет эпик фейл. Это будет эпик фейл. Они забрали все кристаллы. Они забрали все кристаллы. Они забрали все кристаллы. Фух. Нельзя проигрывать. Первая же катка и сразу же поражение. Так нельзя. Все, отлично. Еще одна, еще один кристаллик. Так, есть. Я хочу еще один, чтобы у меня все 10 было. А то мало ли вздохнет она вот это. Так, все, вот последний у меня. Отлично, первая катка на моем новом проекте. Победная. Вот, а мы говорили, сложно играть без доната. Я рофлю. Я знаю, что сложно. Я не спорю с этим. Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали меня. Так же, как и я понимаю вас. Я понимаю, что вам сложно без доната. Я понимаю, вам тяжело. Вам завидно. Вот не врите сами себе. Вам завидно, что многие донатят, а вы нет. Вы на это озлоблены, бомбите, потому что вот вы не можете задонатить, а кто-то может. Вас бесит, что вам ничего не падает. Ну, короче, я вас прекрасно понимаю. Но не моя же вина в этом, что я задонатил себе, а ты себе нет. Понимаешь? Это больше к разработчикам претензия, что какого хрена людям без доната вообще ни хрена не падает, вот прямо вот от слова ничего, вот совсем. А кто минимальный донат вносит, тому все абсолютно. Вот серьезно, вот как-то странные разграничения, понимаете? Вот, вот ну как так, когда человек играет полгода, ему там ни одна лего не выпала. И человек, который задонатил там, ну, 20 баксов, грубо говоря, да, на акцию с легендаркой, он получает легендарку. Почему она так дешево стоит? Она очень дешево стоит, я считаю. Ну, типа, я открыл 700 сундуков, помню, чел копил без доната. Тоже полгода. И всего лишь одна лего выпала. И там три бойца, по-моему. Ну, это бред. Это реально бред, я считаю. Поэтому посмотрим, как мне повезет. А может, я прям супер фартовый какой-то, и мне реально дропнется лего в ближайшие дни. Это невозможно. Но я охренею, если это случится. Я думаю, вы тоже. В общем, следите за развитием моего нового проекта. Я сейчас до стрима. Сегодня будет стрим. Приходите обязательно. Я буду прокачивать шельку. Буду прокачивать шельку. Там карта фов, по-моему. Не знаю, сколько кубков прокачаю. Вот. Пау, пау, пау. Просто. Но я буду как играть и на основе, так и на твинке, не знаю. Волшебника Барли возьмем, наверное, после того, когда на шеле уже будет около 300 кубков, потому что, ну, сейчас открывать Барли я не вижу смысла. Будем... А, ну, это же будут сами по себе бравлеры открываться или не будут? А, не, их же можно не забирать. Блин, мне чтобы забрать шедем, мне по-любому надо забрать какого-то бойца, да? В магазине. О, первый ящик на моем аккаунте. Может, его на видос открыть? Первый ящик... А, жесть. Ладно, давайте вот выпуск с открытием сундуков будет отдельно. Вот
Блин, до столкновения все равно надо открыть ящики. Ну, короче, вот этот ящик и вот этот ящик, и когда будет столкновение, откроем на видос, потому что, ну, вдруг дропнется что-то. Ну, это же будет шок-контент. Следите за развитием моего проекта. Я, естественно, никнейм тут поменяю, наверное, скорее всего. Создам клуб. Клуб. Создать. Чтобы создать, надо 5-й уровень. Ну, короче, следите за развитием. Я только создал его. Приходите на стримы и ставьте лайк, если вам нравится данная рубрика. И чтобы она выходила как можно чаще. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и до скорых встреч. Блядь, это жестко, ребят. Холдик без доната. До новых встреч. Всем пока.